Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами, их автобиографией и фотографиями. Кристиана Мартель родилась Кристианой Маньяни, французская актриса, модель, королева красоты. Я цитирую Википедию. Она стала второй женщиной, выигравшей Мисс Вселенной в 1953 году. Была единственной француженкой, получившей титул Мисс Вселенда до Айрис Витернер в 2016. Она одна из последних выживших звезд золотого века мексиканского кино. Родилась в Нанси, Франция, в скромной семье итальянского происхождения 18 января 1935 года. Была мисс Шатель-Роо в 1905 году. Была коронована на мисс кино и представляла Францию на мисс Вселенная 1953 года, где она стала второй мисс Вселенной. Она была коронована актрисой Джули Адамс в роли мисс Вселенной 1952 года. Арми Куселла из Финляндии отказалась от своей короны. Начала успешную карьеру в международных фильмах. Работала судьей на конкурсе «Мисс Вселенная» 1978 года. Также появлялась на телевидении на конкурсах «Мисс Вселенная», проходивших в 1989, 1993 и 2007 годах, все из которых проходили в Мексике. Ее последнее появление на телевидении во Франции состоялось 3 декабря 2011 года на конкурсе «Мисс Франция». Появилась в мексиканском шоу «Распродажа Эль Соль» в 2017 году. Мартель недолго была замужем за Рони Маренго, наследником универмага, с которым развелась в 1955 году. В 1961 вышла замуж за Мигеля Алемана Веласка, который впоследствии стал губернатором Веракруса и являлся сыном Мигеля Алемана Вальдеса, бывшего президента Мексики. У них 3 дочери и 1 сын. Их сын Мигель Алеман Маньяни является акционером телевизия и владельцем лоукостера Интерджет. Умерла Мартель 18 января 1935 года в возрасте 89 лет во Франции. Вот так вкратце из переводной Википедии о Кристиане Мартель, французской актрисе, модели и королеве красоты. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.